принципе, вы самый успешный сепаратист. Как вы относитесь к тому мнению? Да, я самый успешный сепаратист, как это понятно? Вы добились большего, чем добился Дудаев в свое время. Не оскорбление это? Дудаев, знаешь, я добился того, что даже не добился ничего. У нас не полностью восстановлена республика. У нас, что я добился там? Нефть, Роснефти, газ у Газпрома. Ох, как важно, что вы это сказали. Подождите, вы хотите все это, чтобы это было в республике? Зачем это нам нужно? Это, знаешь, зачем это хлопот нам нужны? Нам нужны деньги. Да? Нефть пусть будет уже с нефти там. А газ у Газпрома. Нам нужны деньги, чтобы восстановить, чтобы там, знаешь, строить экономику в республике. Мы сегодня проехали по Грозному, и на самом деле для многих, кто бывал в этом городе раньше, в середине 90-х или в начале 2000-х, эта поездка, конечно же, что называется, впечатление. Взрывы происходят, стрельба идет, как бы действительно жизнь... Ну, сейчас же уже редко одним днем ничего не кончается, все, зато поспокойнее, в 3 часа ночи можно выйти, прогуляться свободно, ни угрозы, ни подозрений, ничего. Ну, это самое, вы что, сомневаетесь, что здесь нормально? Вы же сами здесь ходите, ночью ходите, днем ходите. Есть разные сведения, что о вашем детстве, что о том, когда же вы все-таки взяли в руки оружие. Было вроде как интервью, я его помню, что первый раз все-таки это было в 17 лет, это была Первая Чеченская война, и вы вместе с очень многими участвовали в ней, естественно, против федеральных сил. Я никогда не был против российской федерации, я был с народом. Вот тогда народ против был. И это заставили те политики, Ельцин, Березовский и тому подобное. Они хотели развалить, как и развалили Советский Союз, Российской Федерации. И абсолютно никогда не было у нас идеи воевать против Российской Федерации. Нас заставили вели тупик. Делали так, чтобы чеченский народ стал против Российской Федерации. Вы не считаете, что в Чечне есть культ вашей личности? Много портретов, много цитат. Если я уберу сегодня портреты. Знаете, вот на сегодняшний день вот я определяю политику. Если там где-то портреты висят, если они трогают, то Кадыров нравится. Хорошо, что Кадыров сегодня правильно. Если они будут их убирать, если выбрасывать, зачеркивать, все, Кадыров это нужно. И вот, я вот не раз полностью снимал этот портрет. Клянусь Аллахом, мне вот что неудобно бывает, когда про меня что-то говорят, если мои портреты это висят. Самое противное это мне бывает. Зачем мне мои портреты? У меня достаточно весь авторитет есть. Зачем я буду себя рекламировать? Я вас прошу, вот вы выйдете завтра, снимите мои все портреты и заберите себе их, знаешь. Потом спрячься, чтобы никто не видел. Я буду спокоен. Хорошо, со следующего утра я начинаю эту коллекцию. Тем не менее, я все-таки задам вам вопрос, потому что это два человека, которые сыграли разную роль в вашей жизни. Каково ваше отношение к Владимиру Путину и к Дмитрию Медведеву? Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю, я его уважаю. Я за него жизнь отдам. А вы хотите, чтобы он стал президентом снова? Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.